Здорово, громоняки, с вами Джейсон, и это канал True Money Games. Пора заканчивать наши похождения в Mother Russia Blitz и на уровне Penthouse. Все должно случиться вот-вот. Конец эпохи, глава 8. И мы с вами, наш доблестный Борис, врывается в здание правительства, где встречает вот такая хреновая толпа. Меня же сейчас ухандокают здесь. Так, шо вон. Так, ствол забираем. Шо вон, шо вон. Надо себе вколоть что-нибудь. Нать оно. Так, надо забрать у него. Так, и еще вколоть, и еще забрать. И ствол у меня же тут был где-то, правильно? Я вот тут ронял. Здесь был пистолет, ребята. Где мой пистолет? Вот ты скотин, я так и думал, что все кончится. Так, надо брать табурет срочно. И всем насувать немножко по щам. Здравия пришел. Жирно, тебе что надо? Ух ты, ни хрена себе. Нормально, мне всандалил-то так. Ух ты, он еще и перекидывает. Что такой жесткий парень-то? Нет, прыгать на него нельзя. Скотина, больно же. А. Зато я могу его бросать. И буду тебя бросать, раз ты такой неугомонный. И разорву тебе, разобью тебе хлебальник. Откройте двери. Ой, ребята с дубинами. Давай-ка я возьму дубинку тогда. Ау! Эй-эй! Ой-ой! Пошел вот. Хорош кувыркаться. Нихрена, вот это комбо. Отвалил. Быстро отвалил, блин. На тебя. Так, ёп, ты твою. Да что ты делаешь, ты ёп. Так, поскольку он блещет. Ой, опять не дали. Не дали забрать, черт побери. Следующая зона. О, ребята с ножами. Надо тебе в глаз воткнуть. И чтоб ты больше не выпендривался. Так, я с тобой еще не закончил. Блин, как ты можешь держать блок, когда с тебя... Все дерьмо выбил. Так. Набираем еще шприц. Можно еще набрать. Фул хп-прочку восстановили. Надо следить за здоровьем, иначе все. Иначе мы здесь не выживем просто. Все, не подходите ко мне. Кто бы там ни был, не подходите ко мне. Есть со стволами что-нибудь там? Есть какие-то подлецы? Так, еще парочку вынес. Парень с дубиной, это, конечно, не здорово. Ну, давайте, подходите, чего вы стесняетесь, не стесняетесь. Ну, вот, чем больше вас, тем лучше же. И тебе я дам по щам. И вам я дам по щам. Ну ладно, раз ты так любишь защищаться. Давай-ка выбьем из тебя
остатки жизни. Так, ладушки. Ни хрена там чувака там кишки раз кому-то вскрыли. Что у нас здесь происходит? У нас здесь происходит какая-то хрень. А вот и ты. Ты ведь один из нас. А вот тебе совет. Не дай ему тобой завладеть. Просто убегай, чтобы не кончить, как я. Я буду следовать твоему совету и стараться отсюда вырваться. Потому что стена смерти меня преследует. Открывайте! Да неужели? Просто бежим, ничего не ждем, просто бежим. Пытаемся выбраться, сломать стену и свалить отсюда как можно скорее. Давай, отлично. Сдается мне, этот парень хочет, чтобы я не выбрался отсюда. Но мы не допустим провала. Отлично. Ну, в общем, передоз небольшой случился. Ох ты, ёп. Сдох я. Ёпти! Так, пошли вон. Хорош. Да как ты надоел-то мне. Давай, коллег. Да, это отлично, отлично, что у тебя тоже есть передозик. Ни хрена там бабла-то сколько, вы видали? Так, это тебе, это тебе, это тебе, это вот тебе, вот, ух ты, скотина, он ударил меня, черт побери. Так. Будем радикально пытаться с вами разобраться. Да, блин. Да пошел ты в жопу! Ты думаешь, ты крутой? Да ни хрена ты не крутой, чувак. Ёптеть, вот это была жопа, конечно. Удар! Так, забрать срочно все, что... Показать все, что скрыто. Забрать как можно больше некро. Ух ты, вот этого не ожидал. Кто-то кому-то, кстати, башню снес. Еще? Он с одного, наверное, не умирает, да? Тихо, схватился за пушку, тоже мне скот. Все? Слава. Слава богу, мы сделали это. Сейчас было жестко, а дальше будет еще жестче. Прилетел бы его вертолет и хочет, я так понимаю, всех уничтожить. Отлично. Так, держи. Давай еще раз. Я просто должен от них как следует побегать. Нет! Заигрался, называется. Эй, нахрен. Так, здесь прошлись нормально. Шоу, а? Так, давай-ка, и ты сдохнешь тоже. Тихо.
Ну суёт же час, черт побери. Такая толпа ходит. Отлично. Еще парочку убрало. Блин, ты что, последний? Блин, жесть вообще была сейчас. Просто такая жесткая жесть. Самая жестявая жесть была. Еле выжил. Что у нас дальше? Дальше у нас акулы и еще больше охранников. Да больно бьешь, больно. Да, и нечего надо мной ржать, скотина жирная. Нет! Как я все забываю-то, а? Хорош меня лупить со всех сторон, скоты. Тихо. Он взял и откатился, скотин такая. Так. Неужели? Какая большая, красивая акула. Еще немножко. Ну дай мне еще немного некро. Могу я тебя просто разбить морду? Эй, бить, 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 бить. И все, я разбил. Что дальше? А о чем это он? Чем дальше, тем интереснее. Ни хрена тут. Итак, не тот ли ты цыганенок, от которого столько бед? Наши шлюхи воспользовались случаем во время твоего взлома и убежали. Ты собираешься возмещать нам убытки или планируешь занять их место? У меня встречный вопрос. Ты когда в последний раз видел свой хрен? Ну, в общем, можно их, я думаю, сильными ударами-то... Ну, их тут целых три здоровяка, это, конечно, много. И, в принципе, толпой ты их вот так вот не загасишь. Смотрите, они же не стакаются вместе. Да на, вон, иди отсюда, блядь. Так, зашло, отлично. Это сдохнешь. Так, три бугая нахрен. О! Вот это было жестко. Шо, вон. Они тут с ножами на меня. Так, отлично. Опа, карате. А че у меня так хп мало? Походу в меня попали. Из тебя должен палиться нектар, боже мой, что происходит? Ха, ты знаешь, что ты у меня любимчик. Твою ж мать, не может такого быть. Охрана, охрана! Охраны-то нет ни хрена, охрана-то вся сдохла. Ёптить, охрана пришла. ОМОНчик. Со стволом. Так. Тихо, тихо, патроны кончились. Это скотина. Чертов ублюдок. Только некро потратил зря. Ух ты! Что у нас тут есть? Ой! Самурайский меч! Я голову с плеч! Самурайский меч, голову с плеч! Мне главное, чтобы меня не стрельнул никто. Ни хрена, он рубит-то нормально так. Пошли вон. Сдохни. Опа, сдохни. 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 Нормуль. Девчат, вы что-то устали? Надо набирать, пока есть возможность. Не такая уж большая была возможность.
Вот этого я боялся. Тихо, тихо, тихо. Мы так не договаривались. Я не знал, что так можно. Я потерял свой меч. Нет. Тихо, тихо, их очень много. Я за всеми не успеваю следить. Тихо, 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 тихо. Эх, черт, не успел набрать. Ну ладно. Чего ж теперь? Да типа ты пошел-ка ты в задницу. Так, я надеюсь, в тебе есть некры. Да, в тебе есть некры. Иди к папочке. Фу, блин. Но меч, конечно, был зачетный. Ну вот мы и встретились снова. А, наконец-то! Кролик загнан в кроличью норку. Хорошо, полегче, уверен, мы сможем с тобой прийти к компромиссу. Поздно молить о пощаде, приятель, мне нужны ответы. Ответы? Какие именно ответы? Все похищения, эксперименты в лаборатории, некро, мне нужны объяснения всему этому дерьму. У меня сейчас нет времени учить вас политике и экономике. Зато у меня есть твоя жизнь, чтобы выслушать тебя. Выбирай, мы можем пообщаться спокойно, либо тебе будет очень-очень больно. Ладно, ладно, слушай, братва такая же заноза в моей заднице, как и в твоей. Они держат нас за яйца, поэтому мы участвуем в этих нелегальных делах. Мы не ведем переговоров с этими людьми. И что ты знаешь об этом всем? Ты тот, кто пришел сюда из цыганской общины. Они заставили меня спонсировать лаборатории, производство, волонтерские программы. Я даже почти верил, что некро просто химия, которая хорошо окупается. Больше я ничего не знаю, клянусь. Я просто чиновник, я не мафиози. Ты не того человека поймал. Нет, мне кажется, что ты как раз-таки тот самый человек. Один мой друг дал мне понять, кто виновен во всем этом. Если тебя не станет, братва потеряет свою защиту, и вся структура рухнет, как карточный домик. А что потом, а? Ты вернешься в свой цыганский притон, загнешься от голода. Подумай об этом, ты зря тратишь силы. И эта тварь ныкается под столом, я здесь дворняжечка! Пошла вон. Сдохни, 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 сдохни. Эй! Дружище, куда же ты? Подожди, мы с тобой же еще не закончили. Ты сдохла, нет? Шавка. Шавка не сдохла. Ёпа, 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 ёпа. Да иди нахрен. Ты не смей даже думать об этом. Отвали от меня. Так, давай, не вставай тоже. Нихера себе! Ты паришь меня-то, а? Еще разок тебе пощем. Хорош. Ты даже не смей думать об этом, я еще раз тебе говорю. Пытается свалить, отвали от меня. И вот еще раз щи. Твою мать! Шайк отбросов, возобновить операцию. Прием, прием, я сказал возобновить операцию, меня слышно. Сейчас, сейчас же или он доберется до меня, прием. Насрать, кто первым идет этого мудака, получит карточку, вперед. Косточку, косточку, не карточку. Хорошо, полегче, уверен, мы сможем с тобой прийти к компромиссу. И тут у меня приходы начинаются. Начинаются приходы, и это... отдельная песня. Снова-снова эта блевотная сцена, этот смрад и эта тварь. Некра. Стрелять, колотить, оно говорит. Что это за хренотень? Нам надо некра, еще и еще. Плевать на тебя, чертов некра. Не надо мне этого дерьма. Мне надо проснуться. Я выйти из клюков. Бесполезно, тщетно, лишнее, ты жалок, слаб, напуган, некра, сила, жизнь, мощь.
Ох, моя голова, кажется, я сейчас разорвет. Игла, некро, вена, кровь, сердце. Нет, твою мать, это дерьмо погубит меня. Но я не уступлю, тебе не победить, я проснусь, мешок ты с дерьмом. Удовольствие противостоять, жалость. Опа. Так, мне надо кидать шприцы в эти стены, которые постепенно сжимаются. Ты давай это, не шути со мной. Thanks. А если здесь такой рай для некро, почему бы мне не набрать себе из лужи некро? Я просто думаю, что у меня хпшки-то не так много, как хотелось. Давай, ты уже сдохнешь, дорогуша. Мне нужны еще шприцы. А то стены-то сужаются, знаете ли. Так, давай-ка тебе еще. И тебе еще. И тебе. О, все. С этой стадии мы закончили. Это все больше напоминает кошмарный сон. Я не могу выбраться из него. Я не хочу здесь сдохнуть, не сейчас. Страх, гнев, месть, безумие, удовольствие, оргазм, иглы. Страх, гнев, месть, безумие, удовольствие, оргазм, иглы. Ух ты. Насколько. Ой! Понял, надо вот эти вот руки мочить. Главное не. Блин, еще шприцы, черт побери. Че такие руки загребущие? Да ёп. Ну пошла вон, скотина. Да как ты в меня попадаешь? Ну здорово. Сдохни, ты подохнешь. Я больше и не дам тебе одолеть меня. Теперь я за штурвалом. Я собираю свое будущее, и только я. Давай, некро, покажи мне, из чего ты сделан. Некро, ты смерть, конец сказки. Здорово. Хорош прыгать-то, алло. Ёбая. А его схватить-то нельзя. Тихо. Большой кулак. Так, хорош прыгать. Да хорош прыгать, я тебе говорю. Опять большой кулак. Зашибись, отлетели парни. Тихо. Как я не вовремя-то прыгнул. Так. Что еще? Мне кажется, он хочет еще. Ни хрена ты всандалил. Нормально зашло, кстати. Отлетел. Я не себя сердцем своим занялся, нет? А что такой резкий-то? Нет. Как же так? Как же я буду? Что за хрень? Эй, мужик, ну так нечестно как бы. То, что ты сейчас делаешь, это вообще жесть какая несправедливость. Скоты тоже быстрее, кстати, начинают ходить. Шли вон.
Блин, мне не осталось больше некуда. Черт побери! Давай! Это что за хрень еще? Я такого не помню, такого не было. Их стало двое. Мы так не договаривались. А лупить-то какого? Еще не все, я так понимаю. Мы еще не закончили. Скот. У меня уже мозг сейчас свернется в трубочку. Давай сдохни! Да! Да! Неужто я сделал это? Неужели я победил? Неужели я завалил эту тварь? Да! Я избавился от наркоманской зависимости. Ни хрена тут что происходит? Да что я все сделал? Жесть! Господи, ты жив! А, Влад, я... Иисус, я опять перебрал некро? После всех приложенных усилий, как ты мог снова пихать себя, это дерьмо? А, помоги, помоги мне, Влад, я некро. Убивает меня, нужно в больницу. Боюсь, слишком поздно. Все дороги перекрыты. Если я вызову скорую, им все равно не успеть. Нет, нет, я умоляю. Покойся с миром, товарищ. Они выбрали тебя, потому что знали, что никто не станет тебя оплакивать. Но я буду. Я не забуду, кем ты был и что ты сделал. Я продолжу борьбу за единую страну. А тебе печальная музыка? Ну вот она. Разработчик Ле Картель. И на этом заканчивается великое похождение Mother Russia Blitz. С вами был Джейсон, канал Трумэн Геймс. Не забывайте ставить палец вверх и подписываться на канал, рассказывать друзьям, а также заглядывать в описание. Там полно интересных ссылок других прохождений. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте, там публикуются игровые новости. Ребята, всем удачи и пока, до новых прохождений.